Скорость была, сами видели, первый тайм забить не могли. Во втором тренер сказал прибавить скорость, и все, вот, и победа. Как вам вообще такая атмосфера на стадионе? Вообще шикарная атмосфера, первый раз играю при такой. Вообще слов нету просто, не знаю, куда попал. Вообще спасибо болельщикам, что ходят, поддерживают. А что не получилось? Просто удачи не хватало, сами один на один не могли забить. Контролировали игру. Как вообще, в какой форме ты, в какой форме команда после перерыва находится? Вот твои ощущения. Физическое состояние нормальное. Ну, я еще раз повторю то, что игрового тонуса не хватает. Мы провели там 4 игры на сборах, и все равно как бы чуть не хватает игрового тонуса. Нужно, ну, я думаю, через игры с каждой игрой наберем и каждую игру лучше показывать.